плата на кокосе с корицей. Приятно. Благодарю. В наше время трудно представить современного молодого человека без крафтового стаканчика с кофе. Виды зерен и способы его приготовления настолько разнообразны, что при выборе этого символа современного поколения разбегаются глаза. Но почему же этот давний напиток стал актуален сегодня? Каждое утро миллионы людей по всему миру начинают свой день с ароматной чашечки кофе. И это неудивительно, ведь этот напиток не только бодрит и придает энергию, но и является неотъемлемой частью нашей культуры. Посещение кофейни и покупка кофе с собой стали неким ритуалом перед тем, как прийти на работу или учебу. А теперь добавим, что кафе – это атмосфера. Это удобная мебель, это приятная музыка, это красивый дизайн, это четко выверенный сервис. И мы прекрасно понимаем, что каждая кофейня, она под свою целевую аудиторию. Есть кофейня исключительно для, так скажем, техногиков, да? То, что мы называем антикафе, да, например. Есть кофейни, которые для определенного возраста, да, для молодежи, для, там даже можно по психотипу пройтись, да, в зависимости от дизайна, от интерьера. За последние десятилетия это приобрело такой масштаб, что стало частью кода современного поколения. Сериалы, кино и лидеры мнений из социальных сетей настолько популяризировали поход в кофейню и времяпрепровождение там, что, пожалуй, сложно найти подобное заведение без посетителей. Кофе – это всегда очень хороший такой альтернативный напиток между полноценным завтраком, там, обедом или ужином. Потом, сейчас очень модно кофе с собой. Это уже элемент некой культуры. Да? Крафтовый стаканчик, наполнители, топпинг – это уже элемент некого культурного кода современного поколения. Да? У кого-то бутылочка воды – у кого-то бутылочка минеральной воды, у кого-то термос с горячим чаем, у кого-то крафтовый стаканчик кофе. Это элемент самопозиционирования. Посмотрите, любая себяшка, ну, я так борюсь с англицизмами, селфи, да? Любая себяшка – это обязательно у тебя в руке какой-то напиток. Или чашка. Студент не может просто так сфотографировать, как он готовится к экзамену. Он обязательно разложит книжки, тетрадки и обязательно поставит чашечку. Или чая, или крафтовый стаканчик кофе, потому что он в процессе. Интересным аспектом является то, что кофейни практически не рекламируются, и заведения крайне редко проводят пиар-компании. Все буквально продается само по себе. Правда, все-таки есть моменты, которые играют важную роль в успешном ведении кофейного бизнеса. Первое и основное – узнаваемый аромат напитка, который является частью многих парфюмов и используется в ароматерапии. Дизайн заведения и того самого картонного стакана, безусловно, тоже влияет на посещаемость кофейни. Это действительно самый легендированный продукт всех времен и народов, потому что из самого отрицаемого продукта первый потребитель 15 века, мы прекрасно понимаем, что это были великосветские люди, и они кофе воспринимали исключительно как непонятный, горький, невкусный напиток. И надо отдать должное времени и правильной политике позиционирования этого продукта, сейчас это самый популярный напиток. Это самый мифологизированный напиток. Если мы говорим о кофе или о кофейнях, то давайте начнем с того, что это целый комплекс, который нужно рассматривать. Ну, во-первых, кофе – это ароматика. Здравствуй, мой любимый нейромаркетинг. Ароматерапию никто не отменял. Запах кофе, он всегда немножечко сглаживает нашу нервозность, нашу стрессовость и так далее. Да? Поэтому сам по себе аромат кофе, он уже расслабляет. Мы прекрасно это все понимаем. В результате кофе превратился в своеобразное искусство, и поклонники этого напитка стремятся открывать для себя новые вкусы и ароматы. Самыми популярными сортами кофейных зерен являются арабика и робуста. И истинный ценитель и гурман сможет детально раскрыть отличия каждого из видов. Важно найти эту гармонию между потребностью, да, клиента и тем, какой сценарий, что ты предлагаешь. Вот. По поводу непосредственно приготовления напитков, наверное, мы ориентируемся больше на маркетинговую стратегию одной известной фруктовой компании, которая производит технику. То есть клиент на самом деле сам не знает, чего хочет, поэтому важно понимать, что мы хотим дать клиенту. За последние годы кофейные заведения стали очень популярными вариантами для проведения встреч, работы или отдыха. В них вы можете попробовать разнообразные сорта кофе, насладиться атмосферой и получить удовольствие от общения с друзьями. –
Кроме того, многие кофейни предлагают свежеприготовленные выпечку и другие десерты, что завлекает к ним все больше людей. Иван Шаньшеров, Валерия Карташова, Николай Осуховский, Универ Новости.